Москвин, где Тутор? Москвин, где Тутор? Москвин, где Тутор? Где Тутор? Москвин, где Тутор? Где Тутор? Москвин, где Тутор? Здоров, я Москвин. И это обучалка для пользователей DrumPad 24 с нуля. Сегодня расскажу, как научиться играть ровно, как называются пады, отвечающие за бит, где они обычно расположены и как мы их будем обозначать, чтобы записать биты как ноты. Алло, Москвин, какие как ноты? Давай уже как там? Тусика, тусика. Окей, тусика позже. А сейчас скачай, наконец, метроном. Мне нравится этот, почти бесплатный. Он упростит обучение. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Существует множество способов записи ритмов. Ноты, табулатуры. Табулатуры? Это вот и есть наши как ноты. Записываются они цифрами. Единичка, бочка, чик. Двоечка, хай-хэт. И троечка, малый барабан. Но есть и более легкий для восприятия способ. Клетка квадратный. То есть как в редакторе паттернов музыкальных программ. Вот эти клетки и квадратики и есть редактор паттернов. Так выглядит этот музыкальный фрагмент во всех способах записи. Итак, включаем метроном. Можно выбрать другой тон, но с голосом будет понятнее. Устанавливаем темп 70 ударов в минуту. Переходим в приложение DrumPad 24. Открываем пресет Future Bass. Играем пока только бит. Палочки обозначают границы такта. В такте 4 доли. Метроном отсчитывает эти доли. Туси-каси, туси-каси. Именно, звучит как тут-кац. Можешь так и записывать, если удобно. Для удобства запоминания проговаривай бит. Тут-кат, тут-кат. Сыграем его тремя пальцами. Немного усложним. На счет 2 и 4 играем бочку с малым вместе. Тут как? А как же тусика? Тусика. Неудобно. Здесь и ту, и ка вместе. Можно позаимствовать битбоксовое обозначение. Бочка Б, хэт С, бочка с малым, бф, бф, бф. Бц, 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 бц. Сыграем первый и второй рисунок вместе. Настало время подключить вторую руку. Добавляем на каждую одиночную бочку синт-бас и удерживаем его до следующей одиночной бочки. Бас обозначен цифрами 4, 5 и 6. Попробуем записать эту композицию, не выключая метроном. One, two, three, four, one.
Теперь выключаем метроном и слушаем, что получилось. Не получилось ровно, больше тренируйся. Получилось, ускоряй темп. Я ускорю до 100. Все то же самое, только быстрее. Домашнее задание. 1, 2, 3, 4, 1. Добавь комментарий с табулатурой этой композиции здесь под видео на YouTube. Будешь первым, кто добавит верный вариант, получишь 100 монет. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, и тогда я сыграю домашнее задание помедленнее, на бумажке, с подсказками. Пальцы там, туда-сюда. А криво так, потому что если нажать сильно, то маркер оставит на стекле айпада черные точки. Горький опыт. Подписывайся скорей, подписывайся скорей. Твои биты, а не войну. Мир. Присылайте вот сюда свои «Москвин, где тутор?». Самые прикольные попадут в следующий тутор. И это обучалка для пользователей. А сейчас... Да что ж такое-то? Можно попить. Чайку. Так, чё там? Хэштег Москвин, где тутор? А сейчас я посмотрю, что получилось.